Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролиплей. Муник здесь Кирилл Путбулови. Кому не трудно, кстати, не забывайте один муник при регистрации. Итак, чуваки, как вы поняли по названию ролика, я вернулся на родину, да. Я вернулся на родину, и спросите вы, а где же твой домик на Рублевке, Кирилл? Я вам отвечу, я его просрал, да. Я за него платил, и он у меня слетел, короче. У меня был дом на Рублевке, Бусаева, и он слетел. Понимаете, в чем прикол? Он просто-напросто слетел. У чувака тут, походу, Чирон есть, да? Прикольно. Твой Чирон. Давайте спросим у него, твой Чирон? Или нет? Ага. Не продаешь? Не продаешь? Я, кстати, спрашиваю, знаете, сколько Чирон стоит в полной тюнинге, пацаны? 20 миллионов, блядь. 20, мать его, миллионов просто. 20 лямосов. 20, понимаете? 20 миллионов. Цена. Цена. Сколько он его продает? Мне интересно просто. Предложи. Ну, блин. Не знаю даже. У меня только 11 миллионов. Это только 11 миллионов, чувак. Поэтому я не знаю. У меня только 11 лямов, поэтому я хз. В обмен на гелик. Чирон на гелик. Ну, давай. Ну, давай. ПТС. Как показать? Как показать ПТС, я просто не знаю. Так, он предлагает доплату, типа, сколько доплату? Блин, я себе Чирон просто хотел бы, блин, но гелик тоже жалко продавать. 5 кака. 5 миллионов ДП за Чирон. Блин. Это, конечно, сложно. А ты сколько дашь? Да не знаю, блин. Что-то меня чуваки запутали. Короче, вот мой дом. За казино находится. Вот казино, вот мой дом. Я его купил буквально просто быстро. Купил, короче, на первое время. Потому что мне очень нужен был дом. И я зашел вчера ночью на сервак, часов 9. И купил себе дом. Здесь есть огород, но нету гаража, короче. Ну, я на огороде паркую вертолет. Здесь можно садить, по-моему, что-то. А я здесь просто вертолет припарковал и все. И вот стоят здесь мои машины. Стоят мои тачки, короче, этот гараж не мой. Вот мои тачки стоят, короче. Это гелик, скорая помощь, i8 и Camry. i8, скорее всего, я хочу продать. Поэтому, я думаю, этим мы сейчас и займемся. Потому что ее нужно продать. Сейчас, не знаю, поедем на БУ рынок. Посмотрим, что у нас есть там. Так, давай. Поехали, выйдем сюда. Я вообще еще не ездил, кстати. Вот куда ты, сука, навстречу бежишь? Вот мне интересно, куда он бежит? Ебать, он свой дом засадил, я ебу. Вы это видели просто? Это реально жестко. У меня скорая помощь в полном тюнинге. Давайте я выключу. Да, выключить. Кстати, я... Стоп, ММ. Статистика. Так, смотрите. Что у меня здесь есть? Вот мой номер здесь. Вот такой блатной я его покупал, помню. У меня випка Diamond куплена. Потом номер дома 794. Машины вот мои все. Потом возможность владеть 5 бизнесами я не могу. У меня это не куплено, короче. И вроде бы все. Да, 11 уровень у меня здесь. Короче, я здесь хочу активно начать играть. Я думаю, вы поддержите идею, потому что Амазинг уже задолбал на самом деле. Ебать, Зепр, наверное, охуел, ебать. Скорая, блядь, хуярит просто.
жестко обогнала я его. Сколько скорость едет? 180, да. Ну, где-то почти 180 она едет, короче. Нормально. Сейчас поедем на Бу-рынок и посмотрим, что там есть нового. Я из новых тачек видел только Lexus, по-моему, и Chiron. Я просто у Кена на видосе видел Chiron, серию посмотрел, и что-то мне захотелось сюда вернуться. Я давно хотел вернуться, пацаны. Почему я здесь не снимал? Потому что в один прекрасный день я решил зайти поснимать. Короче, и обнаружил, что мой дом слетел. И так такой, блин, расстроился и думаю, блин, не буду я здесь снимать, короче. И вот я в итоге решил вернуться. Так, давайте сюда заедем, я гляну, что за машины новые добавили, потому что мне интересно. Так, о, я, кстати, вот этот джип купил бы, он прикольный такой. Всего лишь 320 тысяч он стоит, лол. Раньше он вроде редкий был. Я бы себе купил бы, на самом деле, вот эту бричку бы. Кстати, меня здесь узнают многие. И у меня здесь, кстати, есть Фома, фам-меню, я здесь пропишу. Давайте члены семьи онлайн напишем. Только я почему-то здесь, да. Управление семьей, так, информация семьи. Кирилл Гейм, тип семьи Family. Репутация семьи 2000 очков, уровень 18, человек семьи 48. Ну, короче, как-то так. Погнали, короче, на Бу-рынок. И, возможно, я продам эту скорую помощь. О, кстати, здесь, походу, какая-то авария случилась. А как... Лол, жестко. А чё, все перегородили? А как в южно заехать? Наверное, через второй въезд? Ну, поехали через второй въезд. Какая-то авария. Я здесь видел, дома горели, типа, и так далее. Здесь очень круто все реализовано. Поэтому сейчас разворачиваемся и едем через второй въезд. Напишите, пожалуйста, за сколько может эту скорую продать, если я не продам, конечно. Ну, она, по-моему, стоит 4,5 миллиона в салоне. Она у меня, видите, ну, покрашена, в полном тюнге, короче. Поэтому я думаю, за 5 я ее смогу продать, наверное. Напишите в комментариях. И я вот этот дом, видели, что я купил его за 2,4. Напишите, это дорого или нет. Ну, просто, блин, я зашел, чувак продавал дом. Потом час я не мог к нему приехать, и он не мог меня забрать. И в итоге я купил этот дом все же. Этот дом будет на первое время, потом я куплю себе какой-то другой дом. Надеюсь. Я еще здесь был во фракции, по-моему, медиков, но, по-моему, я сейчас не во фракции, да? Разводчик товаров, организация не имеется. Да, меня уволили, короче, ну ладно. Организация это не мое, конечно, здесь, тем более, блин. Я здесь не помню, сколько серий снял, пацаны. Ну, серий, наверное, 50 или, может, меньше. Я, честно сказать, вам не могу. Скоро еще без номеров, поэтому не знаю. Я думаю, смогу ее за 5 продать миллионов. Ну, по крайней мере, постараюсь. Я зашел, у меня было 13,5 миллионов, короче. Купил дом за 2,4, вот бабки, короче, остались. Надо будет еще не забыть оплатить дом, налоги за машины, и все будет заебись, короче. Не забывайте это делать, и все будет замечательно. Сейчас зайду на Бу-рынке и посмотрю, какие, блядь, есть новые машины. Куда ты тормозишь? Отъедь. Хотя, блин, у нас же шмигалка, мы сможем с мигалкой проезжать, по идее, да? Давайте пробуем с мигалкой проехать. Я думаю, нам за это ничего не будет. Так, автошколу новую сделали. В принципе, да, здесь обновы регулярно делают. Мне этим родиной нравится. Здесь такая атмосфера, знаете, приятно здесь играть. Так прикольно, мне очень нравится. Потому что, ну... Амазинг, да, тоже классный сервак, но, блин... Понимаете, уже... На самом деле, уже особо нечего там снимать. Тем более, я хочу разбавить на него контент, поэтому, да. Так, тут у нас Каен есть. Камара, я помню, был. Крузак был. Вот этого Опеля, по-моему, не было. Вот этой тачки не было еще. Поэтому я хз на самом деле. Но тачка закрыта. Теперь закрыта. Ну, блин, видите, здесь из нового такого ничего нету вообще. Хотя нет, вот этот броневик есть. Ну, блин, я хотел бы себе Chiron вообще. Моя цель, пацаны, накопить на Chiron. Не знаю, смогу ли я это сделать или нет. У меня всего лишь 11 миллионов. Блин, я не помню, как тачку продавать. Короче, ладно, я за 4 ему отдам ее, потому что, по сути, она мне не нужна. Я лучше поищу какой-то другой вариант, наверное, чтобы купить что-то другое. Не знаю, что, правда, ну ладно, сейчас что-то придумаю. Короче, вот этот чувак убежал, короче, я просто команду не знаю, как продавать машину. Ладно, хуй с ним, пусть не покупает. Ладно, пока оставим ее себе, напишите в комментариях, сколько ее можно продать. Ну, сколько реально она стоит. Чтобы я не лоханулся с ее продажей, короче. Поэтому напишите в комментариях. Давайте сесть, наверное, в салон дорогих машин, посмотрю, что там есть. Так, тут уже убрали, короче, я проехал, потому что там забор какой-то стоит.
Поедем сюда, я думаю, сейчас возьмем какую-то другую тачку заодно. Покатаюсь на чем-то другом, наверное, или V8 возьмем, или гелик сейчас, не знаю, посмотрим. Не, ну блин, Родина мне нравится очень сильно, не знаю, просто, блин, вы ее не особо как бы смотрите, не знаю почему. Почему вы ее так хреново смотрите, нихера себе улетели просто. Просто в космос улетели, да? Чувак вообще там отбитый, я вижу, да? Прям на встречку мне прям зашел под меня прям. Просто жестко, блин. Странный какой-то типок попался. Ну ладно, поехали на нашей скорой. Блин, на самом деле я бы не продавал даже, она прикольная такая. Ну блин, мне нужны бабки, во-первых, чтобы Чирон купить. Блять, откуда... Сука. Не вижу, когда такой хуйней страдают. Сейчас, где-то прорезик должен быть, чтобы я мог проехать. Так, за нами не может крузак угнаться или что? Мне показалось. Так, это не моя i8 случайно. Спасибо, молодец. Хотя он по главной ехал, в принципе. Ну ладно. Это не моя случайно i8. Я вроде ее ж не закрывал или закрывал. Да, это мои тачки, короче, попиздили. Они не охуели случайно мои тачки брать? Алло. Мне кажется, охуели, да? Мои машины трогать. Надо, я так понял, ключи вытаскивать с тачек. Нет топлива. У меня топливо закончилось. Лол. Все, я вытащил ключ, короче. Нихуя себе чувак на моей 8 поехал. Вообще охуел, да? Вообще попутал дядя. Ну и чё ты ее взял? Потому что ты долбоёб, да? Давайте сейчас у него тачку заберем нашу, короче. Ты не охуел случайно, долбоёб? На, блядь. Мою машину трогать. Бензин закончился. Чё, блядь? Не охуел мою машину брать. Не охуел мою машину брать. Ты, сука, уёбок нахуй, да? Иди сюда, я сейчас тебе, сука, накостыляю нахуй. В АФК вышел. Ну все, в принципе, с ним понятно, да? У меня закончилось бензин, короче, на этом. На гелике, но i8, видите, я забрал у него. Потому что дядя попутал мою тачку брать. И кто-то взял мою камбру еще. Поэтому, пацаны, блядь, вытаскивай ключи постоянно. Это я что-то... Либо она открыта сейчас стоит, я просто не помню. Скорее всего, она открыта, да? Да, она открыта, блядь, была. Ну, это я молодец уже, да? Ладно, поехали в банк. А там уже что-то придумаем. И на i8 вообще валит, на самом деле. Но я не знаю, сколько Чирон едет. Так, давайте карс. i8 выключить. Так, режим спорт, короче. И катим дальше. Катим дальше. Их мало, этих Чиронов. Блин, 20 лямов за Чирон как-то дороговато, согласитесь, блин. 20 миллионов. Я бы столько бы купил бы за лямов. Ну, блядь, 10, наверное, да? Хотя за 10, я думаю, хуй кто мне продаст Чирон. Но я очень хочу себе Чирон, пацаны. Очень хочу Чирон. Так что кто-то может продать за лямов 10, там, может, я скоро продам. Ну, за лямов 15, короче, то пишите. Я с радостью бы купил. Так, короче, давайте, в банк приехал. Сейчас нужно платить налоги на транспорт и на дом. Транспорт у меня с радостью не слетел. Я даже удивлен. Так, пароль я уже ввел. Так. Платить налоги на транспорт. У вас нет налога на транспорт? Окей. Так, я чуваку писал. Так. 1700 оплачиваем, короче. У меня еще вот эта вся хрень куплена, короче. Как она называется, блин, промокод. Действия персонажа, навыки персонажа. Стиль боя. Ну, как я слышал, вроде бы это бета-модпак, поэтому много тачек не заменено. Но уже ближе к лету, то будет бэха, кстати, прикольная. Будет больше тачек прикольных, короче. Поэтому, да. Будем ждать. Я просто не играл на Родине, но Кена постоянно смотрю его видосики по Родине, поэтому я все знаю, я в курсе всего. И стримы смотрю часто. Так, тут, короче, Мерседес стоит по ГОСу.
7,6 он стоит. Вот такой вот Мерин. TimeGadget GT. В том, что это не по ГОСТу стоит, нет. Да и все, только MG GT стоит по ГОСТу, и все, все тачки, короче, я так понял, раскупили. Ну еще вон Audi по ГОСТу, да, стоит. И все. Кирилл, что? Что? Что он хочет? Так, продолжаем. Сейчас машина будет респавниться, надо быстрее тачку открыть. Чтобы сесть с нее через 3 секунды. Так, закрыл. Все, заебись. Нахрена не тачки отталкивают? Я вот этого понять не могу. Походу, что-то здесь летает, если я не ошибаюсь. Ну ладно, не будем в это углубляться. Давайте еще съездим в автосалон редких машин. Только надо свою машину заправить, чтобы до туда доехать хотя бы. Но я думаю, там ничего такого прям не будет годного. Хотя я, может, ошибаюсь. Так, как тут заправляться, я уже забыл. В самом деле, так, фил. Этот вид топлива не подходит. Неподходящий, вот, по-моему, вот этот, да? Давайте 80 литров зальем. Я думаю, это будет достаточно, чтобы доехать. Поэтому поехали в автосалон редких машин. Вот i8 я не хочу что-то вообще продавать, она мне очень нравится. Ну, возможно, блин, когда я куплю Chiron, тогда я уже ее продам. Продам им КамАЗ, цена 13 миллионов. Ну, блин, этот КамАЗ, короче, здесь добавили, знаете, типа, как на магазине, короче, грузовики в ТРК есть. Так это вот, типа, КамАЗ, он заменен просто, моделька стоит. Как по мне, блин, ну, 13 миллионов за КамАЗ, ну, нахуй он кому-то нужен. Этот КамАЗ, я хочу себе реально Chiron. Вон Volkswagen Touareg, вроде его не было. Возможно, я ошибаюсь. Но пока тачек мало в модпаке. Я знаю, что в Москве заменили на Lexus, но это, конечно, перебор. Но этот Lexus видел, он мне вообще не нравится. Моя цель это реально Chiron себе купить. И все будет нормально. Ну, а там в будущем уже домик купить получше какой-то. Потому что, ну, мой дом... Хуёвый мой дом, короче, я его на первое время купил, как я говорил. Поэтому... Ну хотя, блин, ну что мне еще надо, тачки парковать и вертолет? Там все это есть, в принципе, ну, не знаю, посмотрим. Ну, мне кажется, я его дороговато купил за 2,4. Можно было обычную квартиру купить, ну блин, я думал, куда верт буду ставить возле, где обычная квартирка. Вот в чем проблема. Так, что, бизнес по ГОСТу? Да, бизнес-закусочная. Бизнес продается, бар, а это что, закусочная? Сколько у них ГОСТа? По 2 ляма? Да, оба по 2 ляма, короче, бизнеса. Но они по-любому не прибыльные. Блин, хреново, что я свой бизнес профукал столовую возле банка в Южном. Вот это, конечно, очень печально. Так, о, у нас здесь есть Lexus, кстати. А, о, его кто-то купил уже, блин. Есть вот такая вот колымага. 3,5 миллиона стоит. Есть фура. Ну, блин, видите... Ну нету ничего такого здесь прям, чтобы я хотел купить. Да, видите, скоро 4,5 миллионов стоит. Так, машина СМИ. Фура сколько стоит? Лямов 7, наверное? Да, 7 лямов. Ну видите, ничего такого прям нету. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the south side.